Марван бну Хикам однажды это правитель исламского государства, он делал хутбу день Ида, праздничный день, мы знаем от Ураза Байрам, Урбан Байрам. И вот в праздничных днях, когда праздничная молитва совершается, нам известно о том, что хутба делается после намаза. Вот пятничный день до намаза мы делаем хутба, а эти праздничные дни мы делаем после. А Марван бну Хикам, он делал хутба до молитвы. Он начал делать хутбу до молитвы, и один человек ему сказал, имеется в виду из джамаата, этот правитель делает хутбу, и из джамаата один человек говорит: ты что делаешь? Почему ты ту хутбу, которую после молитвы должен ты делать? Имеется в виду, он стал просто против правителя, вот так высказал. И тогда он говорит, там, остановись, то есть в приказном виде он сказал, ты остановись. И тогда Абу Саид аль-Худри, рази Аллаху анху, то есть он один из оставшихся сподвижников, он говорит ему, это-то выполняет свою обязанность, он тебя призывает добру, он говорит, ты-то неправильно делаешь, он тебя призывает добру. Я слышал, говорит, от пророка, алейхиссалату вассалам, «Ман раа минкум мункаран фалюгайгирху биядихи». Я слышал, говорит, от пророка, алейхиссалату вассалам, если кто-нибудь из вас увидит негативное, неправильное, имеется в виду, то есть хутба до молитвы, это было неправильным, вы, говорит, это отвергайте рукою. Если вы можете, отвергайте рукою. «Фаин лам ястати фабилиссани». А если у вас нет возможности, то есть рукой это отвергать, силой это отвергать, тогда, говорит, вы языком, имеется в виду, обращением к этим людям, остановите это негативное. «Фаин лам ястати». А если нет возможности и языком это делать, речью это делать, «фаби калбихи», говорит он. То есть вы, говорит, сердцем отвергайте это. То есть не будьте равнодушными к этому. «Вадалика азафу иман». И это, то есть сердцем быть недовольным этим, это является и самого малого имана. И если этого не будет, это уже иманом человека не будет. Когда человек видит, что другой человек плохое делает, он обязан его остановить рукою. Силой должен остановить. Если такой возможности нет, имеется в виду, если какой-то фитна получается, он должен к нему обращаться и языком отвергать должен. А если такой возможности тоже нет, сердцем не должен быть он им довольным этим.